кого дети в школу пошли, идут и будут ходить, вас всех с началом учебного года. Моему старшему 6 лет, я понял, что через год меня ждет этот адок под названием «школа». Я решил этот вопрос изучить заранее, за год до школы, но, ребята, как выясняется, за год до школы, сука, поздно. Надо за год до рождения. Короче, надо действовать так. Имя не придумал, портфель купил уже, все. Я решил разобраться досконально, дети мои. Хочу узнать всю информацию о школе, подумал я. Я начал с того, что я забил в интернете «пойти в школу». И мне вылетел список принадлежностей, которые надо купить первокласснику. Внимание, я кое-что выписал. Итак, пойдем по порядку. Ранец, школьная форма, сменная обувь со светлой подошвой, сумка для сменной обуви, специальный дневник для первоклассника, папка для тетрадей, тетради в клетку, тетради в косую линию, обложки для тетради, обложки для книг первого класса, подставка для книг, закладки для книг, пенал, ручки с синей пастой, простые карандаши, цветные карандаши, точилки, ластик, линейка, альбом с плотными страницами, акварельные краски, палитра, баночка непроливайка под воду, набор кистей для рисования, плотная вместительная папка для труда, цветная бумага, цветной картон, белый картон, клей ПВА, клей-карандаш, кисть для клея, пластилин, дощечка для лепки, ножницы с закругленными концами, фартук, защитные нарукавники, клеенка на стол, белая футболка для рисунка, спортивные штаны, шорты, кеды или кроссовки, шапочки для плавания, купальный костюм, лыжи и лыжные, сука, палки. Столько надо всего с собой. Когда Гарри Поттер поступал в Хогвартс, там меньше предметов надо было, просто палочка и сова. Все, и ты принят на пуфендуй. Пуфендуй со всеми остальными, иди, давай. Вы понимаете, чтобы вот это вот все поместилось в рюкзак, рюкзак должен быть вот такого размера. Я начал разбираться в школах. Их, оказывается, гигантское количество в одной только в Москве. Я начал, как любой родитель, с простого варианта. Какой? Ближе к дому, правильно? Мы же все так и учились. Есть, слава богу, форумы в каждом районе, где обсуждают все школы этого района. Я зашел на форум, где обсуждают школы моего района. Вот несколько отзывов. Эта школа лучшая, что с нами было. Хотите, чтобы ребенок вырос дебилом? Добро пожаловать. Замечательная классная руководительница. Просто довела до 11 класса. Спасибо ей огромное. Следующее. Суки, сдохните, сборщики денег. Это отзывы об одной и той же школе. Об одном и том же классе. Такое ощущение, что беременная женщина в разное время суток это все писала. И к детям такие требования при поступлении. Сумасшедшие. Вот что прочитал я на одном из сайтов школ. Внимание, посмотрите. Ребенок должен отличать по внешнему виду растения, расположенные в данной местности. В 6 лет! В зале кто-то, мы сидим все взрослые, кто-то знает хоть одно растение, распространенное в нашей местности? Я вижу, что ты лыбишься. Я понимаю, о каком растении ты, дружище, сидишь. А, я знаю. Оно не растет в нашей местности, но распространено благодаря таким, как ты. И в каждой школе собеседование. Собеседование перед первым классом. С кем вы собрались беседовать? Ему 6 лет, там не с чем беседовать вообще. Ему 6 лет, он полчаса назад во рту держал ногу. Потому что у него зачесалось небо. Но во всех школах знаете, что говорят? Надо определить его предрасположенность. Кто он, технарь или гуманитарий? Как определить это в 6 лет, да? Когда он козюлю скатал в шар. Ого, технарь! Это технарь! А если потихоньку ее за щеку толкать? А гуманитарий. Это гуманитарий. Мы родители, да? Мы всегда хотим самого лучшего. Я в итоге сказал: Павел, отдай в самую лучшую школу, ты потянешь. Давай, не прибедняйся. Я нашел список лучших школ. В этом списке лучших школ представлены такие школы. Павловская гимназия! Посмотрите, тюрьма в Мичигане, да? Но на самом деле все очень современно, красиво, классно. Но обучение в этой школе стоит, внимание, 1 475 000 в год. Получается, за 11 лет это 16 миллионов. За 16 миллионов в Пензе можно купить дом. Какой дом? Вот такой дом можно купить в Пензе. За 16 миллионов. Но у них на сайте есть скидки. На второго ребенка 10%, на третьего 20%, на четвертого 70%, пятый бесплатно идет в школу.
Но вы понимаете, какое отношение к нему будет, к пятому, к бесплатному? Даешь? Давай. Ну, реально, он же бесплатный, понимаете? Там же все знают, все на бабках запитано. Кто сколько занес в кассу. Будет отношение точно такое же. Это же будет... Мы едем на экскурсии, давайте. Первые, любимые, целиком оплатившие. Садитесь в автобус, давайте. Вторые, в багажное отделение. Ныряем, ребята, давайте. Все. Третьи, индусы хреновые. Лезем, давайте, на крышу. Лезем на крышу. Четвертые, берите плети, бейте пятых. Бесплатные ублюдки, толкайте автобус на экскурсию. Толкайте на экскурсию автобус. Есть еще Ломоносовская школа. Внимание, обучение 1 422 000 рублей. Мне кажется, Ломоносов, если бы узнал, он бы от обоза развернулся в обратную сторону. Ну нафиг, домой. Пойду домой. Но они пишут в своей школе, внимание, что для оплаты обучения родители могут воспользоваться материнским капиталом. Если это тот капитал, который мы все представляем в голове, это 450 тысяч рублей. Чтобы ребенок на эти деньги проучился в школе, это 1/4, понимаете? Для того, чтобы он проучился 11 лет, у него должно быть 44 матери. Другого способа нет. Самая интересная информация об этой элитной школе. Внимание! Школа находится в 5 минутах от метро Кунцевская и Славянский бульвар. А что стоимость карты тройка не указали, а? Адрес ближайшей пятерочки, а? Для кого эта информация про метро? Есть еще у нас школа «Президент». Внимание, школа «Президент». Красота просто. Обучение в школе «Президент» стоит 180 тысяч рублей в месяц, да? У нас есть президент Путин. У него официальная зарплата 340 тысяч рублей. У него две дочери. Понимаете, что обучение в школе «Президент» не потянул бы президент. Ему бы не хватило двадцатки. Эту двадцатку пришлось бы одалживать у друга, да? Но друга мы знаем, у друга денег нет, но он держится, и настроение у него офигенное. Вообще, если честно, школа превратилась в способ выпендрежа родителей друг перед другом. И вот сидят они в ресторане, в жемчугах и в бриллиантах. Наш учится в Италии, а наш в Швейцарии. А наш изучает гончарное дело. И губа, сука, в устрице упала у нее. Гончарное дело. Зачем, скажи, ребенку гончарное дело? Он мальчик, ему скоро начнут нравиться девочки. А последний раз за глиняный горшок давали в Греции, в древней. Понимаете, что если вы отдаете в ребенку, где он проходит гончарное дело, во дворе его будут звать глиномес. Гончарное дело, каллиграфия, керамика. Зачем мы учим этому детей? Это же не пригодится в жизни абсолютно. Вот на химии говорят, как запомните, как щелочь сочетается с кислотой. Ну хрена это знать вообще, это выговорить невозможно. Ребенка надо научить, как сливочное масло сочетается с водярой. Что можно кусочек нять, потом пойти на вечеринку, там бухать, 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 ничего, а домой пришел и слабясь. Но ты дошел до дома. Это более нужные знания. На информатике они проходят программирование. Нахрена? Научите ребенка, как зарегистрироваться с первого раза на сайте госуслуги. Пусть хоть кто-то в семье знает, как это делается. Дети читают тонны ненужных книг. Тонны ненужных книг. Зачем? Научите их читать соглашение к договору вот на последнем листе, где мелким шрифтом написано: «Ты работаешь на ТНТ всю жизнь, а деньги летят в Ереван!» Этому научите. Я выпускник Пензенской школы номер 11. Обычная, среднестатистическая, такая же, в которой учились вы все. Вспомните наши школы. Ты просто, выходя из своего дома, нюхал воздух, который идет от школы, и понимал: сегодня рыба, и шел в школу уже довольный. Это были школы, в которых трудовик искал себе собутыльников фразой: «Можно двух мальчиков покрепче мне, пожалуйста?» Да, мы все в таких учились. Мы с вами получали учебники от тех, кто учился до нас,
так, что мы не знали, как выглядят ученые и писатели на самом деле. Потому что предыдущий владелец всех уже зарисовал в ниндзя, все ниндзя. Причем ниндзя, вспомните, это была последняя стадия. До этого они уже сначала курили, были гитлерами, одноглазыми пиратами, сидели в тюрьме. И последняя реинкарнация, все уже, ниндзя. Невозможно ничего добавить, да. Ребята, и так было везде. Так было у всех. Вот классическая фотография нашего детства. Посмотрите. Ни одного взрослого, ни одной мамы в рейндж-ровере, которая «Даниэль, не утопи Монклер». Нет. Ни одной тайской няни, которая гребет рядом и думает «Да умру сегодня точно». Нет. Нет охранников с затычками в ушах. Никого. Просто дети в строительном котловане плавают на двери. Посмотрите, какие все крутые на этой фотографии. Посмотрите, все какие дерзкие. Школа в этом месте лет через 5 появится. А дети уже все знают, умеют и могут всех научить всему. Но вы не подумайте, ребята, что это ностальгия, что я сейчас Советский Союз. Наше детство было лучше. Ни в коем случае. Я считаю, что сейчас детство и время для детей самое лучшее. Ну, посмотрите, детские сады, любые школы, любые платные, бесплатные, элитные, простые, секции, кружки, любые виды спорта, любая форма, все, что хочешь. Но, дорогие родители, нам надо помнить, что это никак не влияет на то, кем вырастет наш ребенок. И завершить я хотел бы английской пословицей. Не воспитывайте детей, они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Всем хорошего учебного года. Какой я умный. Муа, муа, муа. Андрей Аверин. Выберем для тебя песню, текст которой заменен на скороговорки. Украл и украл, карнатлары, карал. Дмитрий Сорокин. Ваша задача – петь свою песню, не обращая внимания на то, что у вас звучит в наушниках. Зураб Матуа. Его девочка, ее стоит оглушить Артика, и вот он начинает петь, как Джиган в реальной жизни. Илья Соболев. Давай вспомним, напрягемся. Напрягемся? А как правильно? Напрягемся. Где вы его взяли? Испытают весь российский шоу-бизнес на прочность. Мы взяли твою песню «Мало половины» и убрали из нее все слова. Вы убрали слова из моей песни. Чтобы решить, кто получит главный приз. Эксклюзивный сольный концерт на ТНТ. «Пой без правил» с 20 сентября в 8 вечера на ТНТ.